А так вообще поймали что-нибудь? Трех штук поймали, и там линьков. Так вы крутые, мостик 98. Парни у нас приехали, наловили линей, карпов. А это не можешь вытащить, да? Не, могу, просто она без катушки и не форсирует. А. Кайфую, короче. Молодец, молодец. Молодец, значит, рыбалкой доволен, да? Как раз ты правильно приехал, сейчас окольцовано будет. Отлично, отлично. Я бы с радостью и счастлив был бы. Вот, ребят, на удочку, на поплавок карпа не могут вытащить. Потихонечку. Вот так. И трех карпиков поймали, да? Да, по полторашке. По полторашке. Зеркальный, наверное, да? Зеркальный. Отлично. Ага, хорошенький. Там какой-то уже полторашка, двушка. А что, назад чуть отходи и все. Да. Не, зачем? Он сейчас томится, он наверх как выйдет. Да, ему чуть воздух хлебануть. Воздух и все. Возьмет и все. Отлично, молодцы. Ну. Да, надо покайфовать чуть. Да. Себя перезить. Да. А я говорю, всем не клюет, а вы такие крутые парни приехали на пруд, где поймать ничего невозможно, и поймали. Не, вон мужики сейчас дуплетом прям. А вот Алексей, да, он в моей группе, он в команде избранных. Лешка молодец, двух штук сейчас прям сразу же поймал. Видишь, он авторитетный парень. У него флаг нашего клуба, нашей группы. Ничего, вы поймаете кольцованное, вы будете в группе моей. Так что поймаем и счастливее сразу станем. Да, по-тихому. А ты вот, если бы отошел бы назад, прямо сюда привел бы и подсачником ухлоп. Да? И леска, наверное, слабенькая, да? Нет, леска не миллиметровка. Ага, то, ребят, там на 0,12, на 0,16 крючочек маленький. И там мне тоже на мостике 5 поймали тоже двух карпов на поплавок, на кукурузу зеркальных. Ага, да, чешуйчатый. А ну, кольца нету. Вот он воздух хлебанул уже. Не видать, не вижу, уже блестело бы, горело бы. Сейчас. Не, не подбивай его, а прямо этот, под него. У него, у тебя же поплавок есть, вот так вот ничего не делает. Он сам туда же. Да. Тебе просто надо приподнять чуть-чуть. Смотри, он сейчас увидит, может рвануть. Ну ты еще есть. Вперед дай. На край подойди. Давай, на край шаг сделай. Вот, поднимай. Поднимай. Отлично. В домике. Да. Отлично. Так, Даня, делай. Если ты будешь поднимать, Дань, то сломаешь. А так, видишь, как папка? Папка тебя научит рыболовному ремеслу. Молодец. Мостик 98. На что поймали? На кукурузу. Кукурузу. Да, они сюда. Отлично. Так. Заглотил.